Ну, хотелось бы пока к представлению добавить только одно. В бойцовской среде считается хорошим тоном захваливать соперника. Во-первых, это потому, что если по каким-то причинам ты уступаешь, ты уступил самому молодцу, большому молодцу, самому большому молодцу. А если хвалят тебя, и ты в итоге проигрываешь, то получается как-то здесь неудобно. Ну, посмотрим. Вот как раз молодость против опыта, ну, как Ускалот попер сразу вперед. Вот это, конечно, да. Ну что, будет предлагать разбираться на руках? Посмотрим. У Корешкова-то не просто так все досрочки. Ну, скинуть ноги и добить нормально. Нет, 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 ни в коем случае не бороться. Не бороться, не бороться. Может быть, сейчас имеет смысл даже дистанцию разорвать. Американец очень опытный. Отлично, отлично. Вот то, что надо. Рвать постоянно дистанцию. Ну все, начинает валиться. Пошло забивание. Ну, поединок-то еще не окончен, не остановлен. Работать, работать. Гвоздит локтями. Очень хорошие руки, очень быстрые. Есть попадание. Спокойно прицеливаться. Не суетиться, бить в разрез. Пассивная защита. Пассивная защита, но не сдается. Не сдается. И правильно советуют. Пусть встает. Никуда. Дай ему встать. Ну, насчет нокаута. Торопиться никуда не надо. Но если сидит гражданин судья, нокдаун-то откройте. Руки опущены. Ну что, попытка с разворота в челюсть ногой. Не попал. Держится уже за клетку. Ну и сейчас слева в голову, да. Ногой, ну, отъезжает. Отъезжает американский боец. И еще. Ой, хо-хо! Вот это да! И еще не выключился. Ну, хорош. Я сейчас смотрю, конечно, да. Вот в этих случаях все восторги по поводу титулов, они очень оправданы. Что показывает, что давай, иди сюда. Ну, да, до последнего момента, конечно, еле встает. Судья вправе поединок остановить. Ну что, в порядке, говорит Ускало. Не заиграться. Еще раз будет показывать. Дару ногами. Ну что, на руках решает домолотить. Подстаивается. Но пока стоит. Вот она, выносливость. Бэкфист. Есть попадание. В абсолютно глухой обороне. И при этом этими микродвижениями резкими показывает, что сам еще готов бороться. Американский боец. Казалось бы, все ясно, да? И сейчас потихонечку приходит в себя. Даже пытается атаковать. Здесь не давать дышать. Не давать дышать ни в коем случае. Разорвать дистанцию и бить, и работать. Попытка бросить. Нет. Попытка затащить. Борьбу. Да. Вот это выносливость. Раз локоть. Большим интересом я на все это наблюдаю. Знаете, поначалу уже показалось, поединок завершен. Но американцы не выбросили полотенце. Боец сам встал. Сам умудрился продышаться. И, конечно, подготовка-то, она внушает всяческое уважение. Ну, тут и опыт. И большое количество поединков. И сам сейчас, обратите внимание, еще активно пугает своего соперника. Бабах. Не попал. Может быть, не давать продышаться. Постоянно бить, бить, бить. Нервировать различными связками, готовить что-то свое. Двойка в разрез. Попал, а вот встречные удары от подобного бойца получать не надо. Там еще непонятно, как оно закончится. И будет, конечно, если будет сейчас Андрей стягивать в борьбу. Нужно включать колени, нужно включать локти на этой дистанции. Не давать себя вязать. Колено в печень есть. Еще один свалил. Свалил. Ну, не останавливают бой. Надо бить, надо работать. Все. Вот теперь все. Все. Можно закончить.
Великолепно. У меня никаких больше слов на этот поединок нету. Просто великолепно.